Я не считаю, что искусство всегда должно делаться просто ради искусства. Я считаю, что любое искусство должно нести себе какой-то смысл. Либо вдохновлять, либо помогать, либо развивать какое-то, может, эстетическое восприятие. Я чувствую, что... Я не могу сказать, что я чувствую, что я больше, чем поэт, но я чувствую, наверное, в какой-то степени свою нужность людям. Я стараюсь писать в последнее время о каких-то, как мне кажется, важных ценностях, о чем-то светлом. И я вижу, я слышу отзывы от моей аудитории, что мои стихотворения часто помогают пережить те или иные вещи тяжелые. И мне кажется, это важно. И я считаю, что поэт, наверное, должен помогать своим искусством, народу.